Фон благотворительных инициатив «Подари папаху». Общество российско-афроказацкой дружбы. Издательство «Artbeat Music» и группа «Эбартель» при информационной поддержке Института Африки и Армении представляют альбом «Война и мир», эпизод 7. Пока давным-давно в далекой-далекой галактике бушевали звездные войны, на матушке-Земле жизнь шла своим чередом. Россия наотрез отказалась продавать свои заморские колонии Америке и для защиты своих интересов заселила их кубанскими казаками. Мигранты вступили в этнокультурную диффузию с белыми неграми, а индейцев научили плясать капак, петь хором и при случае показывать, кто в прерии хозяин. Планета Земля. Отряд афроказаков под управлением Чингачгука напоил себя и лошадей, лег спать. Хорошо в прерии, а вот и космолет Звезда Смерти 2.0. Ступив на землю прерий, космофашисты Дарта Вейдера начинают наводить свои порядки. Thank you.
Ужас и разорение пришли в мирную степь. Беженцы против сбросив скам ушли на восток, а на запад придет колонна угоняемых на звезду смерти. Среди них два диверсанта, понарошку сдавшийся в плен Авраам Подрывнюк и скво белая лошадь, она же белая. Thank you.
Павел Мартыненко. Спасибо. А сейчас вопрос по ходу презентации. К сведению уважаемой публики. На рисунке в буклете альбома к только что прозвучавшей пьесе «Психоз» изображен человек в религиозном экстазе. Поэтому вопрос к лидеру МРТЛ Михаилу Ливанову. Каким богам молились афроказаки? Спасибо за вопрос. Афроказаки, конечно, были православными. Но под влиянием беглых рабов они переняли часть языческих верований. В том числе у них расширился пантеон всевозможных покровителей. В том числе вот у них, например, молились они часто великомученику Араику. Это был такой покровитель бродячих музыкантов. Ему часто молились перед концертом. Ну и после концерта тоже говорили. Вот. Еще был такой у них святой, ну даже не святой, бог. Бог Айчук. Он был покровителем еды, выпивки, женщин и хорошей музыки. До нас дошли виниловые изображения этого божества. И совершенно удивительным образом он похож на нашего Николая Богайчука, продюсера нашего альбома. Коля, покажись, пожалуйста. Коля, встань. Видите, не видите. Вот. Нам очень повезло, что вот мы видим перед собой живое воплощение этого божества. Спасибо. Да пребудет с нами Бог Айчук в его сегодняшнем воплощении. Сейчас содержание следующей пьесы диска «Корабейники». «Корабейники» – спецотряд, замаскированный под ансамбль ударных инструментов до гастроля. Его артисты исполняют афрокубанский джаз, а.к.а. джаз, а в коробках, на которых они играют под носом у врага, переносятся боеприпасы. Thank you.
ходу концерта презентации. Жанр альбома, который презентуется, как уже было сказано, афроказахский джаз, он же AK-джаз. Как он звучит, мы слышим, а сейчас бы услышать что-нибудь из его истории. С превеликим удовольствием. Когда штурмовики вторглись в пределы североамериканской сечи, они начали искоренять культуру своими варварскими космофашистскими методами. В том числе они очень жестоко обращались с нотами афроказахского джаза. И чтобы сохранить свою культуру, афроказаки стали ноты припрятывать. Они обычно их прятали под полом. Отсюда пошло название музыки underground или музыкальное подполье. Больше всего нот хранилось под полом главного оружейного склада, который был афроказахским арсеналом. И хозяином этого склада был Алексей сын Семёна, очень похожий на Алексея Козлова. Поэтому нет никакой случайности в том, что диск «Война и мир» вышел на лейбле «Изен Фонтом» Алексея Козлова, легендарным основателем «Арсенала». Ну а сейчас прозвучит секретная песня чудом сохранившегося всех времен «Исповедь самовара».
И еще один вопрос из зала. Почему в афроказахском джазе все, кажется, есть, но нет слов? Ну, об этом еще одна история. Вначале слова были, ну, вначале было слово, все это знают. Вот, ну, слова были так себе, какие-то они были вялые, невыразительные и не произвели особого впечатления. И как с этим боролись, ну, никак не получалось искоренить свою дурацкую привычку писать слова на музыку. Пока не появился такой эпохальный деятель, Сергей Борода, он основал лейбл «Борода Мьюзик». А на стене хаты, где размещался лейбл, он большими буквами написал: «Оставь слова, всяк сюда входящий». И вот с тех пор началось развитие инструментального джаза в афроказахской сече. И ровно через какое-то количество лет то же самое сделал основатель проекта «Артбит» Сергей Халин. За что ему огромное спасибо. Низкий поклон. По невысказанному желанию присутствующего в зале Сергея Халина звучит инструментальная композиция «Без слов» под названием «Стальные дирижабли». Thank you.
Диверсанты, Подрывнюк и Белочка. Пока Скво отвлекает охрану эротическим фантомным танцем, а про казак проникает в пивходовую, чтобы ввести под самоподрыва звезды смерти. We'll be right back.
Thank you.
Поскольку звезде смерти пришел звездец, лишенный поддержки из космоса, штурмовики в ужасе разбегаются. Среди огня и разрушений Чингачгук и Дарт Вейдер сходятся в решающей схватке. Thank you.
Получается. Прелюдия до минор. Молодцы!
Спасибо большое. С нами был Виктор Эмашкевич, Павел Махненко, Андрей Марушин, Алексей Анисовский, Павел Кован. Диски из сегодняшнего альбома вы можете приобрести прямо сейчас. Ура! Приходите еще.